Всем привет! Ребята, меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. Сегодня у меня в гостях в очередной раз моя родная сестренка Полиночка. И сегодня, ребята, мы подготовили для вас очень дорогой для нас и масштабный ролик, поэтому надеемся на ваш лайк. И подписочку. Да, это в любом случае, но, как вы видите, перед нами сейчас лежит огромное количество вот таких вот маленьких коробочек. И я думаю, по названию вы уже поняли, что это такое. Если бы не название, вы бы, наверное, долго гадали. Но хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что тут по 25 коробочек с денежным мылом. Вообще, это денежное мыло стало очень популярным в последнее время, в особенности в социальной сети TikTok. Что это вообще за мыло? Это обычное хозяйственное мыло, которое пахнет каким-то обычным ароматизатором, но его изюминка в том, то, что в нем находятся настоящие деньги, а какие мы узнаем только при том условии, если мы его откроем. Ну и я бы и поспорила с Полиной насчет хозяйственного мыла. Цвет, конечно же, как у хозяйственного, такой золотистый. Давай с тобой откроем вообще, покажем первые коробочки. То есть как бы хозяйственное мыло, оно плотного цвета, такого желтоватого, а это в виде слитка золота. Это далеко не хозяйственное мыло, и при этом пахнет очень приятно ароматизатором, как хозяйственным бы. Мылом. Нет, хозяйственное мыло, оно пахнет противно, каким-то железом, Полин. А это мыло очень круто пахнет. Давайте коробочки отложим и с них начнем уже потом распаковку. Мы с Полиной решили немножечко посоревноваться, так сказать, и проверить свою удачу. Мы будем распаковывать эти мыло либо одновременно, либо по очереди, уже посмотрим, и в конце решим, кому же все-таки попалось больше денег в мыле. Очень надеемся, что тут как бы не одинаковые, что нам не попадется по 100 рублей. И еще хочу отметить одну очень важную деталь. Ребята, у которых мы заказывали как бы вот это мыло, сказали нам, да и вообще в принципе сообщают всем покупателям о том, что в каждом 35-м мыле попадается 5000 рублей. В каждом 12-м мыле вы можете найти 1000 рублей. Ну и в каждом 6-м 500 рублей. По идее, точно у одной из нас должна попасть 5000-ная купюра. И мы будем на это надеяться, поэтому не забывайте подписываться на мой канал. Нажимайте на красную кнопочку ниже и превращайте магией мыльной подписки ее в серую. Мы желаем вам приятного просмотра. Ставим лайки обязательно. Если же этот ролик набирает 50 тысяч лайков, то мы снимаем, где мы распаковываем уже не 50 мыл в сумме, так как у Поли 25 и у меня 25, а уже 100. То есть будет и у меня 50 мыл, и у Поли. Пожелайте нам приятной распаковки, и мы что, Полина? Начинаем! Погнали! Как бы это странно ни звучало, у нас вместо канцелярских ножей, как у всех нормальных людей, ножницы, потому что мы не нашли канцелярский нож. Ну и давайте начнем распаковывать первое мыло, которое мы уже с вами вначале открыли. Мы откроем одновременно, а потом еще и по очереди с Полиной будем практиковать. Хочу отметить, что это мыло, так сказать, его обернули очень-очень тоненькой пищевой пленкой. Ну или, скорее всего, это не пищевая, а обычная пленка. Она очень тоненькая и рвется не с такой сложностью, как ту, которую мы привыкли покупать в продуктовых магазинах. Полина, естественно, уже открыла, у меня все через жопу. Мы все кидаем на пол, чтобы потом перебираться несколько часов. Как бы мыло мы с Полиной очень любим. Я думаю, вы уже обратили на это внимание, потому что мы с Полинкой постоянно снимали ролики, кто быстрее размылит мыло, покупали всякие крутые мыльца. Так что, если вы хотите одно из этих мыл, а у меня осталось еще в запасе за кадром 10 мыл, то есть как бы это не все, что у нас есть, еще и в свой TikTok. Я буду выкладывать, как я распаковываю, так сказать, эти мылы и смотрю, что попалось. Поэтому, пользуясь случаем, ребята, подписываемся на мой TikTok. Там совсем скоро должно стукнуть 2,5 миллиона подписчиков, поэтому дерзаем. Кстати, мыло выглядит очень красиво и пигментированно. Да, то есть оно переливается, и как бы у Полины мыло чуть-чуть потемнее, а мое чуть посветлее, то есть куда-то добавили, возможно, побольше глиттера, а куда-то поменьше. Тут можно отметить, что у этого мыла есть такая полосочка, так сказать, оно разделено по горизонтали на две части, соответственно, в центре у нас лежат деньги. Мы с Полиной будем использовать ножницы и просто как бы мыло вот так вот пополам разделять. Это, естественно, не так сложно, я просто сделала дырочку, и у меня мыло уже вот так вот, ребят, разделяется на две части. Это делается очень легко. Мыло пахнет очень вкусно, какой-то карамелькой даже, я бы сказала. У тебя пахнет тортиком, а у меня хозяйственным мылом. Да? Стой.
Слушайте, а мыло пахнут по-разному, прикиньте. Как бы вообще по-разному. Все наши слиточки мы будем откладывать куда-нибудь вон туда. Главное не разрезать деньги. Да, главное не разрезать деньги. Я достаю первую бумажечку, так сказать. Это что? У меня... Мне попалось 200 рублей. Мне показалось, мне это 2000. Тоже. Мне показалось, это 2000, но у меня попалось 200 рублей. Очень круто то, что у меня с самого начала попадается не 100 рублей. О, а мне фартит. Мне фартит, моя дорогая Поля. Мне попался косарь. Офигеть, ребят, посмотрите. Мы уже с Полиной все, богатые девчонки. Вот, у меня 1000, у Полины 200 рублей. И мы забыли вам сказать, что мы, или мы не забыли, то, что мы в конце подсчитаем, у кого больше денег. Да, да, да. Мы в конце обязательно подсчитаем, и, соответственно, тот выиграет, кому попадется больше бабла. У меня уже есть 1000 рублей, у Полины 200. Поэтому, как бы, наши сбережения будут вот тут вот лежать. Мы потом эти денежки расправим. Распаковываем следующее мыло. Распаковываем следующее. И, в принципе, ребят, именно тот магазин, где мы с Полиной заказывали это мыло, они не жалеют деньги для подписчиков. И, как бы, это не тот лохотрон, который продается обычно в других интернет-магазинах. Первоначально та марка, которая была распиарена, да? Ты поняла, какой я? Нет. В общем, есть одна марка, где, соответственно, вообще очень редко могут попасться деньги наподобие 5000-ных купюр. А где мы с Полиной заказывали, вот там реально можно поднять бабла, так сказать. Поэтому посмотрим. Но я думаю, что мы с Полиной останемся в плюсе. Открываем вот так вот. У меня кверху прифигачилось. Мне тоже. Наша денюжка. А, нет. Откладываем мыльце и достаем следующую денюжку. Режем аккуратно, чтобы не повредить деньги. Все достается очень хорошо, очень аккуратненько. Так, следующая денежка, которая мне попалась, это, я так понимаю, 500 рублей. Да, дорогие мои, мне попалось 500 рублей. А вы, чтобы вам уж точно не было скучно, можете подсчитывать, у кого сколько денег, и писать, кто, по вашему мнению, победит. Вот, 500 рублей. Я пока что не поняла, что мне Покажи. Карина. Охренеть! В самом начале, ребят, ты прикинь? 5000 рублей! Я уж думала, я начала выигрывать. Это как раз таки то самое 35-е мыло. Охренеть, ребята, я не думала, что 5000 попадет. Аккуратно, раскрывай, кто так делает, Поль. Ну все, я уже, кажется, поняла, кто выиграет. Вы, ребятки, проверили свою интуицию? Нет, я надеюсь, вы написали до того, как Полина выиграла 5000 рублей. Ваше мнение, кто победит? У Полиночки теперь есть... 5000-ная купюра, к которым Полине уже не привыкать после видосов с подарками. Ну что, я в шоке, 5000 рублей, ребят. Берем следующее мыло, очень круто у нас начинается ролик. Вообще, у меня 5000, это как 5 мыл таких. Видите, ребят, как быстро сразу же попадаются деньги у этих ребят, что мы заказывали? Это просто шок. А если тебе 5000 попадет? Я надеюсь. Ты прикинь? Очень надеюсь. Очень-очень надеюсь. Тут как бы мыло очень легко разъединяется на две части. Прям супер легко. Поэтому мы как бы с Полиной, как вы видите, не заморачиваемся особо. Достаем денежку. Блин, я теперь буду надеяться, что мне 5000 попадется. Надейся. Ага. Мечтать не вредно, Кариночка. Че уставилась? 500 рублей, 500 рублей. О, а у меня... Соточка? Нет, 1000. 1000? Блин, Полин, ты меня выигрываешь. Я сейчас буду со своими 500-ками. Интересно, 100 рублей вообще могут попасться? Конечно, написано 100 да, ведь, да? рублей. Да. Это мы просто с тобой везучие. Да, офигеть, ребят. Смотрите, сколько бабок уже у нас есть. Класс. Пойдем их тратить с тобой потом. В ТикТок выложим, как мы 6200, тратим. 6200, ребяточки. Ну что, а мы продолжаем. Берем следующее мыльце. Блин, ну слушай, это прикольно, прикольно, я тебе скажу. Мне нравится. Появляется при покупке такого мыла уже какой-то азарт. И я сразу же, ребят, вспоминаю фильм «Чарли и шоколадная фабрика». Это мой любимый фильм. Все вы это прекрасно знаете. Я чуть ли не в каждом ролике говорю, что я этот фильм обожаю и всегда его смотрю. Но тут как бы, во-первых, тоже золотой слиток. А в шоколадной фабрике в фильме был золотой билет. И, в принципе, там все охотились на то, чтобы попался этот золотой билет. Тут все охотятся точно так же, только хотят, чтобы попались 5000 рублей. Понимаешь? Мыло, кстати, имеет очень приятный запах. Мне обидно, что Полина вначале сравнила с хозяйственным мылом. Нифига, это не хозяйственное. Нет, первое мыло у меня реально хозяйственным пахло, а сейчас вроде норм. Да? Вот это.
Итак, открываем следующее. А что потом с этими мылами делать будем? Будем мылить с тобой руки. Снимать видос, кто быстрее размылит мыло. Кстати, ребят, если хотите, пишите ниже в комментариях. Итак, я открываю, мне попадается опять 500 рублей. Подожди, слушай, тут какая-то у меня необычная купюра. А, 100 обычная. Рублей. 100 рублей. Необычная купюра. Ну вот, нам попались, в принципе, 100 рублей, ребята. Ну, мне 500, у меня 500, у Полинки 100. Итак, такая вот денежка. Хотя бы разные, а то у тебя все однообразные. Ну что, открываем дальше. Мне уже это очень-очень нравится. А у нас тут, ребят, посмотрите еще сколько мыл. Как бы сейчас мы посмотрим, вдруг еще не все потеряно, и нам попадутся еще 5000-ные купюры. У меня еще в комнате лежат мыло, по-моему, 10 или 15, в общем, ну, нормальное количество, и я буду распаковывать сегодня их в ТикТоке. Там точно. Так что подписывайтесь на наши ТикТоки. Да, и я уверена, что стопудово попадется 5000-ная купюра мне сегодня. Это на самом деле, ребята, очень залипательно, когда ты протыкаешь, и мыло так расходится. И при этом хочу обратить внимание, естественно, что каждая мыльца делается своими руками, поэтому тут как бы еще от основы мыльной остаются такие вот штучки, и это очень круто. Я вообще, ребят, зависима от мыла, я обожаю мыло, вот, ну просто обожаю. Поэтому смотрим. Может, я сейчас задобрила это мыло, и мне попалось 5000 рублей? Опять сотка попала. Сотка? Да. И мне сотка. 100 рублей. Это мои первые 100 рублей. Мои вторые. Которые попались. Соточка! Открываем дальше. И сейчас посмотрим, что там нам попалось. Хочу, чтобы вы, ребят, залипли сейчас. Я вам покажу, как это все красивенько выглядит. Красивенько, залипательно. Я подойду к вам. Да, разные запахи. Вот, ребят, как выглядит это мыло. Оно реально блестит. Просто суперское. И сейчас я вам покажу залипательный момент. Вот так вот берем. И пополам это мыло разъединяем. Это очень круто. Вот так вот у нас получилось. И я иду смотреть, какая купюра мне попалась. Возвращаюсь к вам. Тем временем я уже распаковываю мыло. И мне опять попадается сотка, друзья. Все, мы с тобой вначале порадовались. Полина уже отхватила. О, а мне попалась 1000, дорогая моя. 1000 рублей у меня уже есть. Красотень, косарь. Откладываем мыло, достаем следующее. Посмотрим, может быть, сейчас у меня будут 1000-1000, и я, в принципе, смогу тебя опередить. Но вряд ли, потому что у нас одинаковое количество денег. В смысле? Мыл? Мыл, да. Но мыло одинаковое количество, а деньги-то разные, в том-то и прикол. А, ну хотя да, возможно, что ты меня обгонишь. Конечно. Но шанс маловат. Ага. Посмотрите, какая Поля обнаглевшая. Я открываю баблишко, мне попадается 500 рублей. Такая вот красивая. Нет, не сотки попадаются, что-то. Сотка у тебя там? Пока что нет, не знаю. На что ты ставишь? Давай так. Я думаю, что 500. У меня 500 попало. 100. Я очень боюсь разрезать деньги. И очередная 100 сотка. Рублей. Поэтому берем следующее мыло, так как мы хотим срубить побольше баблишка и как можно быстрее. Поэтому распаковываем. Пленка очень легко рвется. Хочу, чтобы вы обратили, ребят, на это внимание. И из пленки мыло очень легко извлекается. Ну, не в моем случае, потому что у меня всегда все через жопу. Причем это мыло очень хорошо мылится. Мы с Полиной вчера одно открыли. Очень хорошо мылится, и ручки потом приятно пахнут. Открываем. И оно, кстати, меньше сушит руки, чем обычное мыло. Да, к тому же оно самодельное. Слушайте, ребят, меня это уже подбешивать начинает. Почему что, у меня у одни сотки? А ты прикинь, люди некоторые, я смотрела многих блогеров, которые снимали, по-моему, подобные распаковки. Костя Павлов, по-моему, там вообще ему постоянно сотки попадались. Вот прям раз за разом. И только один раз, по-моему, там была 5000-ная купюра. Но я не на его канале смотрела, а смотрела в ТикТок, перевыкладывали этот видос. 200 рублей, дорогая моя. 100. Ну, Полиночка, все возможно, я тебе могу, в принципе, обогнать. Следующее мыло. Следующее мыло. Слышь, если в тебе сотка... Мы обидимся. Да. Блин, мне так нравится их пополам разделять, это очень залипательно. А мне больше нравится деньги открывать. Ну, еще бы. 100 рублей? Да. Ну все, Полин, тут как бы уже понятно, кто кого. Еще непонятно. Понятно, понятно. У меня тоже 100 рублей. А знаете, ребят, как я сделаю? Я вот отсюда достану мыло. Давай я тоже так сделаю. А то вдруг ты, когда мыло раскладывала, мне там подложила. Чего? А, ну хотя как ты подложить могла? Конечно, я сама не знаю, что там лежит. Открываем сейчас эту красоту. И там 100 рублей. Мне опять попалось 100 рублей. Ну, блин, тебе в самом начале 5000 попалось, Полин. Так что ты везучая. Сотка?
Сотка? Да. Сотка. Потом будем подсчитывать, у кого сколько денег. 100, 200, 300, 400, вот так будем считать. Думаешь? Мои, да. Ну смотри, тут как бы не так редко попадаются тысячи и пятисотки. В принципе, нам сейчас могут попасться и не сотки. Я думаю, что да. Сейчас нам уже попадется не 100 рублей. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Я тоже надеюсь. Итак, блин, 100 рублей. Меня-то! Сокорсаль лежит, а не 100. Да? Наконец-то. 1000 попалось? 1000. О, супер. Полинка подняла баблишко. У нас вот так вот уже тут денежки лежат. Имеется уже стопка бабок. Я с тобой поделюсь. А я все бабки себе заберу. О, Карина! Нафиг мы тогда соревнуемся? Достаем. Мне попалось 200 рублей. Супер, уже не сотка, и то хорошо. Наконец-то. А до этого 1000 было. Ой, я чуть... Прикинь, я чуть вот так не порезала. Аккуратно. Прикиньте, ребят, 200 рублей у меня тоже. Следующее мыло. Подожди-ка, а вдруг они не настоящие? Ага. Да, настоящие. Зачем люди тогда покупают? Чтобы мне настоящие деньги получить? Ну а что, может... За настоящие, которые они потратили на это мыло? Ничего, мыло за 200 руки мыть. У нас тут на полу, конечно, с Полиной хаос творится. Аккуратненько открываю, и у меня 500 рублей. Воу! Супер, 500 рублей. А я все открыть не могу. Давай. Полина, у тебя вечно все через жопу. Берешь вот так вот, протыкаешь мыло и вот так вот. Вот, все, держи. У меня там лежит ничего интересного. 100 рублей? Да. Полине попалось 100 рублей. Итак, у нас осталось 2, 4, 6, 8, 10, 12 мыл. Получается, мы с Полиной уже по 13 мыл открыли. Поэтому продолжаем. В принципе, это не быстрый процесс так-то. Ну да, пока достанешь, пока разрежешь. Но залипательно так. Очень. Мотивация-то есть. 100 рублей, блин. А у меня-то 200. 100. Интересно, а 2000 попадется? А, нет, здесь не попадаются. А, да, попадаются. Попадаются? 2000. Да, 2000 попадаются. Я хочу 2000. Давай дальше, может, нам сейчас и попадется 2000. Ой, я нечаянно мыло кинула на пол. Нам оно еще потом пригодится. Ты в курсе, что мы его можем потом с тобой расплавить в микроволновке и залить в одну большую форму? Да, и вот так вот мыть руки. Да. Кстати, ребят, это мыло, оно настолько прям вот видно, что оно самодельное. Знаете почему? Потому что я вот так вот могу легко ногтями его сошкрябать. Вот так вот, видите, прям стружкой. Открываем. Ну ничего, у нас осталось почти половина. У меня меньше. Очередная сотка. Я хочу 2000, ребят. Мне уже 5000 неинтересно, я хочу 2. Я тоже хочу 2. У меня тоже 100 рублей. Мне кажется, 2000 реже, чем 5000 даже. Ну да. Полин, видно там из-за твоих бабок, как ты распаковываешь чуть-чуть. Жизнь, к которой надо стремиться. Из-за твоих бабок видно, что делаешь. Твои ставки. Что тебе попадется? Сотка. Сотка? Да. Я за 500 рублей. Надеюсь я, конечно, на 2000 или на 5. Но попадется сотка. Прикинь, сейчас опять 5000 такая. Будет. Тогда ты точно выиграешь. Мы все равно с тобой не в плюсе. Потому что мыло все равно мы купили дороже, чем получили денег. 500 рублей. Моя интуиция меня никогда не подводит, ребятки. На ногте 500 рублей свернутые, пожалуйста. Как вам такая, Карина Аркелян? Меня тоже интуиция не подвела, и у меня там сотка. Да? Да. Мне уже нравится этот процесс. А мне он с самого начала нравился. Разъединяем пополам. Это делается очень легко. Достаем. Уже легко с опытом. 100 рублей. 100 рублей. Распаковываем нашу соточку. Что-то как-то неинтересно, одни сотки. Блин, я жду 2000, в принципе, я еще тоже. Не все потеряно. Открываю. 100 рублей. А у тебя что? Сейчас посмотрим. У меня опять сотка. Я достаю следующее мыло. Подожди меня. Жду. Чтобы мы одновременно распаковывали. Все, давай. Ай, столько мыла. Капец, у нас мыло, да-да-да. Офигеть. Может, разрезаем всю жизнь этим мылом. И получаем сотку. Получаем 500. Класс. У тебя на 500-ке везет, у тебя много 500-ок. Слушай, мне кажется, у тебя уже больше денег, чем у меня. Нет. Следующее мыло. У нас осталось 5 мыл, если не считать эти, которые в руках. Осталось чуть-чуть, и мы будем подсчитывать деньги. Распаковываем. У нас уже мыло на стол не помещается, падает уже. Да, я вам потом, ребят, покажу, сколько у нас тут за кадром лежит. У меня сотка. У меня тоже сотка. Как поднять бабло? Купить денежное мыло. По ссылке в описании. Да, по ссылке в описании. Кстати, ребята, если хотите, мы оставим, где мы заказывали мыло, сайт. Прям переходите и можете заказывать, испытывать свою удачу. Напоминаем, что каждое 35-е мыло – это 5000-ная купюра. Так что закажите 35 и получите 5000 подарок. Ой, у меня кажется, что не сотка, если я не ошибаюсь.
Сотка, блин, 100 рублей. О, у меня 500 рублей наконец-то. О, супер, фартануло, повезло. Осталось по 3 мыла, не считая те, что в руках. Открываем и до сих пор надеемся, что нам попадется 2000 рублей. Ну вообще 5 лучше. 5 это всегда лучше, конечно. О, 200 рублей, блин. А, ну они похожи. Блин, да, 2000 они голубенькие. А 200 рублей, они зелененькие. О, 200. У меня, кажется, опять 500. Да. 500 рублей? Да. 500 рублей кладем, ну, в нашу коллекцию денег. Осталось 2 мыла, в сумме 6. И мы узнаем, кто победитель сегодняшнего видео. Я. Скорее всего, да. Ну, я так чувствую, из-за 5000-ной купюры, конечно. Ничего, у тебя больше денег попадалось. Карамелькой пахнет. Кстати, такого запаха еще не было. Да. Меня фруктами пахнет. Да, фруктами. Фруктовым. Какой-то ягодкой и ананасом. О, 1000 рублей. Наконец-то, давно я их в руках не держала. Косарь, наконец-то. А у меня третья подряд 500-ка. Да? Да. А то, блин, только 200-ки, 500-ки и 100-рублевые купюры. Ну что? Не кажется ли, у нас денег больше, чем мыл было? Ну так выглядит, да. Предпоследнее мыло. И прикинь, сейчас по 5000 нам такие под конец. Блин, ну я, конечно, надеюсь, но я не уверена вообще, что-то было в этом. Было бы круто. Давай, Карина, чтобы было интереснее, стой. Не смотри. Челлендж. Да, давай уже тогда с последним мылом, потому что ты это уже открыла. Хорошо. Если мы угадываем, какая нам купюра попадается, предсказываем, то... приплюсуем к сумме 2000. Да, то приплюсуем к сумме 2000. А если мы не угадываем, то мы отдаем человеку одну купюру. Любую. Тысячную. 500 рублей у Полины опять. 500 рублей. Так, теперь мы угадываем, что попадется нам в предпоследний. Я ставлю на 100 рублей. Я ставлю на 500. На 500? Хорошо. Сейчас посмотрим. И сейчас такие 5000. Радоваться или грустить? Да. Ничего, сейчас узнаем, проверим нашу интуицию. Но первый раз наша интуиция нас не подвела. Если мне попадется не 500, я даю тебе 1000. А если тебе попадется не 500, то ты мне отдаешь 1000. В смысле? Я угадала. Тебе сотка? Да. Так, сейчас посмотрим, угадала ли ты. Показываю, ребята, что я была права. 100 рублей. Полина ставила на 500. Да. И либо она мне сейчас отдает. Мне сотка попалась. Нет, я тебе 1000 должна. Не угадала я. Мы договаривались на то, что ты мне 2000 дашь. Нет, мы на 1000 договаривались. Ребята, кто прав, пишите, но я забираю у Полины косарь. Я разрезала ее. Ничего страшного, я забираю у Поли косарь. Ну что, подсчитываем бабки. Ну что, ребятки, посмотрите, у нас с Полиной имеется по 25 купюр, и сейчас мы будем вести подсчеты, у кого сколько денег есть. Напомню, что я у Полины забрала 1000 рублей. Поехали! Я сама челлендж придумала, сама в нем считаем проиграла. Про себя. Сколько у тебя? У меня 10200 рублей. А у меня 9300. Я выиграла. Полина в сегодняшнем ролике выиграла, ребят. Плюс ты у меня отобрала деньги, это тебе не помогло. Да. Ну и, ребятки, напоминаем, что ссылочки на магазин мы оставим ниже в описании, где мы заказывали это мыло. И хотим сказать вам огромное спасибо, что вы досмотрели это видео до самого конца. С вами была Полина Аракелян, которая радуется поближе. Ну и Карина Аракелян. До скорых встреч. Всем пока! Блин, Полин, посмотри, сколько у нас тут мыла лежит. Это просто шок. Мы сейчас с тобой будем купаться в мыле. Просто посмотри на все это. Офигеть!